Нихуя себе отдых. Ты же про танка говорил. Хорошо, хоть кто-то из Сибири ходит. Так. Ну, это иногда. Короче, ладно, пиво там зайдет, два тела нету, пошли этот трэш чистить. Так, кому надо скол эти, блядь, как он называется? Печать пустоты. Печати пустоты кому надо? Слева, справа приведите мобов. Мне одна надо на шаму. Так, тебе на баме одну надо. Ты на Аршане мейнить решил? Да, да, да. Потому что их, во-первых, нет, а во-вторых... Ну, мало, тут дохуищ. На шаман нормальная тема. Ну, будет, если возможность шаман, это пала тоже не забрасываем. Пиво еще нормальных и пала. Вот я хиляю, он, блядь, там и новичок, и хуево одет. Пока он дорастет, столько времени пройдет. Надо его как-то это штудировать. Я посмотрел, что хапалов очень много в рейде часто. Прям очень много. А шаманов не было, поэтому все на шаман. А че печать делает? Повышает до 4. Так кроме нашема одна печенька, кому еще нужны печеньки? Вообще все 260 или что, я не вкуриваю? У меня две шмотки не отмыты. Мораль, жуки, демикс, иена, пушистый, ну ладно, более-менее. Тогда не буду пиздить у вас печеньки, блядь, на этот раз. На следующем когда мне зайду, одному заберу. А то персы тоже смех нахуй. Когда целка 25 герц зашел, 245, блядь, Т4. Ну, так я закрывал поинты. По-моему, первый раз сначала убили, я был 10-5. Нормально. Потому что ты им играть не хочешь, блядь. За зашником, да. С той стороны что не привели? Видите, с той стороны тоже. Я же говорю, с двух сторон приведите, чё вы? Видите, могу. Чтобы... Видите их, пожалуйста, а то в разных сторонах. Они не сводятся, они кидают койл. У него нет демнишинга. Данк бегает туда-сюда. Ничего не поделать. Не, пока места не надо выступать. Видишь, два стента нету, вреда не хватает. Тут еще сибирских людей пришли люди. Раз, два. Два человека, да? Или три? А, три, ну, даже. Я один грандовый. Четыре, нахуй. Без этих людей просто бы сейчас, ну, 15 человек ГМХМ как-то неохота идти. Хоть заполнили дыры. Тех, кто не хочет сюда ходить и так далее. Но не по ИП просядут. И просто какие-то нонсеты будут. Ну, тоже Халеона на спецгер убьем, просто будет ждать, блять, пока вот, ну, те, у кого приор больше. Консул, он идет только вот на обычку целка РС, на ДТГ, на ГМХМ идет консул. Дальше целка Гера начинается, вы будете лутать. Вон. Соответственно, надо думать об этом, если вы хотите лутаться. То же самое Т5. Первый кусок нужен перевод. Пятая пати в хиле, значит. Т5, единственное, что очередь дополнительно составляется. Если вы первый кусок утонули, то второй вам будет вне ПГП. Но за ГП тоже. Если просядете по этому. Так. Ставлю рыбу. Смоньте оставшихся. Кого там? Еще найдите два тела. Спрашивайте, блядь, у кого там есть какие персы. Просто метки поставлю. Если за два взрыва будем переводить, метки буду представлять на РДД. Так, прожимать будет, так, друид инвалид пока в сове будет, прожимать метки будет вот четвертая бати. Так, мольник,
Вот, потом переставлю, если не будем успевать. Так, хаваем рыбу, бьем. Банки хотя бы алкашные. Четвертый там где? Так, ну ты будь на трэше, Лингрен. Мы, короче, я первый, Дед Мороз второй, Эльсион третий. Эльсион в этого, в танк прыгай. На боссе с нами будешь. Кто там, блядь, еще никто не плюсует, что ли? Да, жесть, конечно. До Валафара доебаться. А этот АФК, блять. А Вилания что, не пойдет? Наверное, раз укачает, нет? Да, он типа расу качает. Ну, спросите, может, пойдет. Я не спрашивал, наверное, расу докачивает. Этот Лавикойл, ты подошел, нет? Он написал у него, через 10 минут будет. А. У него он только операцию на зубе делал. А, ну через хорошо. Подойдет. Хорошо, короче, так стратанем. Заходим в комнату. А, вон присоединился. Ну-ка, давай смотрим. Чем присумонился? Сейчас забегай сюда, сейчас мы будем убить. Ну да. Все, это самое. Пуляйте дальнего гриппа. Друли лапу дайте. Уберите коня. Да что за хуйня не тыкается, блядь? Что-то я гореть начинаю. Там, короче, с магика что выпадет, сразу смотрите, если шмотки какие-то нужны, печеньки в конце раздам. Вот. Если шмотки какие-то нужны, я буду себе тоже сумку закидывать, там сразу скажете. Либо в голос говорите, либо пишите так, потому что я чат не читаю, напишите тому, кто может дис это сказать. А то, блядь, распыляются шмотки. Добиваем. Быстренько и дальше лететь сразу. Сейчас очередной танк. Я сегодня вам хочу сказать такую вещь. Сегодня, если мы это за час, ну полтора закроем, пойдем, может быть, потравим что-то интересное, например, Resident Speedgear. А те, кто там, блять, а? Очередность танков. Я первый, Дед Мороз второй, Эликсион третий, ты на мобах. Частицы на Лингрена можете перевешать. Ну, в принципе, там, когда трэш выйдет, сейчас можно хоть одну какую-то оставить на нас. А чё, у меня, кстати, таймера нет. Какого таймера? Через сколько босс запустится? 3 секунды. Пиарим.
Даем Геру. Все, он сейчас ты будешь таунтить после во время каста. Вот сейчас поздно стаунтила, надо во время каста, не после каста, а во время каста. А то может так-то не шотит, мы жирные, конечно, танки, но ничего. Кстати, до вспышки ануйся, мне тоже ДБМ не показывает нихуя. Вот я даже, блядь, не стаунтил, смотрю, ДБМ нихуя не пишет. Вспышка 8 секунд, разошлись по кубам. По кубам стойте. И готовьтесь. Сначала он прокастует луч. Вот. Все, нажимайте кубы, 5 кубов. Все, отпускайте, отпускайте, отпускайте. Теперь РДД. Фул, внимание, скелета первого. Короче, вот, милики, сейчас я его грипану. Этот. Хотя ладно. Ферять, нет паладинов. РДД, фул, дамажьте по этой хуйне. Мораль, не заходи туда, в это, в хуйню не попадайте, сука, в эти, вот эти струны нахуй летят, не попадайте в них. Сука, вы слепые? Не люблю вообще бомж нахуй, а привит, чё, тоже бомж? Димикс, не люблю, сейчас упадет резнейшего, вы чё, не видите? Да, он не зыбку нахуй. Димикс, резай приста в твоей группе. Привит я нахуй. А, и кстати говоря, я переставляю метки на других людей. А, 30 секунд у тебя. Не знаю, кто там танчит, но я пока метки переставляю. Сейчас у вас над вашей головой метки появятся. Викойл. И короче, это будет Нишан Бамби, нахуй, на тебя понадеемся. Вот Луна. О, успел. Скелета доигрываем. Вот. Теперь друид инвалид, резая Салина. Вот демонов 4 будет вызывать. Кубы нажимаем. Нажимаем кубы. Ну быстрее, бежим. И треугольник, сука. Ой, слава богу, блядь. Захиливаемся. К демонам босса ведем. Босса к демонам ведем. И дамажим фул по демонам. Сбиваем косты. Диспелим проклятие. Ну, Викойл, ты где? Сюда подбежал, тебе хилы, наверное, достали. Босса подведите. Подводите, ну, Лексион, к демонам подводить, что вы там стоишь? Будто вас прикопали. Демоны, вот они, надо уешить их. Фулл ауе по демонам. Все, про босса забудьте, босс еще переведется точно. Демонов убейте, хотя бы еще одного. Вот их 4, вот теперь 3. Фулл ауе давайте, и по боссу, и по демонам. И захиливайте рейд как-то. Дай Дед Мороз эту хуйню, сейф какой-то. Все, одного демона убейте из этих трех, вот лоу хпшного, и по боссу переводите. Фул по боссу теперь переключитесь, нам кубы больше не нужны. Я метки не переставлял. По боссу все свичнулись, демонов только побочным убьет. Босса быстрее, 1%, хуярьте босс. Сколько там до кубов? Все, все, теперь с демонами. К воротам ведем их. Сюда ведем. Сюда к звездочке ведем. И убиваем демона. ШВ дай Эликсион на рейд. Не надо в ворота туда. Не, ну куда, блядь? Не надо так сильно заводить. Смотри, вот тут особенность в чем. Если он откинет танка туда, в ворота, и если пойдет сам в ворота, он заэвейдится. Вот сейчас Дед Мороз, в принципе, нормально таунтит. Надо именно в каст. Потому что если босс сдвинется и пойдет, вот он стаунтил, нормально, босс остался на месте. Вот сейчас ты будешь с него таунтить, смотри, именно во время каста. Там каст очень быстрый, одну секунду идет всего. Так что очень важно, чтобы босс... Если ты поздно стаунтишь, он пойдет за тобой. Эршам, дай ТТ. Я даю гим. Все, и манекен дальше бьем.
кричать, не взрывайте Мактеридона. Ну лучше, в принципе, его лицом направлять не на решетку, а вот на уголок вот этот. Потому что даже если он побежит за тобой, он не свейдится. А если он в сторону решетки добежит, то он свейдится. А босса Санова бить как-то неохота. Вот. Что там по мане есть? И вижу у Димикса и друид инвалида только. А, у нас два друида есть, я понял. Гимн могу дать. Гимны есть, вон. Два гимна. Прочитаем эти раз у гимн тогда. Немножко ресницы, от них сухие стоят, как бичи. Поставил ТТ. По-моему, тебя до этого просили тотем ставить. У меня был КД. Вот и еще насчет тотема и гимна. Это надо вместе делать. Гимн вместе с тотемом должен быть. Это обязательно прям, потому что он увеличивает суммарное количество маны, а тотем резает в процентарном отношении ману. Вот, и если ты на 20% общую ману увеличил, он ману процентарно этот рез от тотема дает больше. То есть как у тебя пула маны больше просто. То есть это очень важная хуйня, это надо юзать вместе. То есть шаман Рашам должен быть на связи с пристами. Прист увеличивает количество маны, да. А Рашам регенит в процентах. А чё, забери с меня, кто там, Лексион? Или Дед Мороз, нахуй, ты тут? Я забыл. Забери. А, Дед Мороз забрал. Чё-то я смотрю, он меня бьет и бьет. Промах был, поди. Мисс, меткость, вкачивайся. Чтоб был камп. Ну, либо на таун символ ставь, либо меткость делай магическую. Если 2% меткости берешь в этой, как он называется, в ветке в третьей, то собираешь 315 рейтинга, это будет 12% магической меткости, и 3% дают ШП совы. Вот и нормально будет. Надо бежать. Тогда будет кап. Бежать, говоришь? Так. Ляночка, тебе сегодня повезло. Ну, первый, кто попался. Получил сумку 20-слотовую бесполезную. Тут вообще хуйня какая-то происходит. Я вот вчера на синдре парирование проходила, блядь, нормально с фул капом, даже хард капом меткости. А тут, блядь, то тоже на Мактеридоне что-то парирование очень часто летит. Летим на гуля. Кто говорит? Класс. М? Кто говорит класс, скажи? Рога. Кап меткости. Ну, да блять, у меня там больше, чем на тебе. Короче, много. Смотри, на меткость у тебя промахи летят. А парирование это мастерство. Это мастерство, да. Так оно. Это чтобы понять, это мутик, который долбит в лицо, блять, получается. Да. Ну, блять, почти. Но, блять, не почти. А хардкап мутик. На синдре тогда, блять, как оно про парирование проходило. Я тебе объясню, как. Там. Есть лицо, есть. И вот это лицо, оно занимает, блядь, больше половины, нахуй. То есть. Ну, типа еще в бок уходит или как? Ну, не знаю, может больше 180. Ну, дохуя занимает. Если ты. Чтобы парирования не было, надо чуть ли не со стороны хвоста вставать. А там уже идет этот область, где хвост откидывает. Короче, если хочешь не промахивать в морду, тебе хардка 56 надо мастерство. Да не, это бред, блядь, надо ДД мастерство собирать. Я знаю. Он сильно позиционка скорее влияет, у него слишком немного больше лицо. Да, кстати, здравствуйте, я вернулся только сейчас. Но... Там можно стоять так, но обычно я вот выбираю такую позицию, чтобы не отлетать. Потому что когда ты отлетаешь, у тебя ДПС вообще в ноль превращается. Пока ты добежишь, нахуй, пока все. Я выбираю позицию ровно перпендикулярно. Вот ты со стороны локтя встал, максимально дальше от босса встал и бьешь, блядь. И похуй. Ну, испарировалось, да и в рот чихпы. Ну, можно по фрейму, в принципе, понять более-менее. Это опыт, надо дохуя, чтобы, ну, понять, как там нормально стоять. Надо много раз побить. Да это несущественно, потому что, блядь, босс немножко не об этом.
Там драконы, они все тактика, надо внимательно смотреть. Ну я долетел до инста, вот где тут? А, я понял. Еще летите только. Так, печеньки. Кому надо плащ? Крит хоста силовой. Посох двуручный надо тебе на ханта? Или кому-нибудь надо? Крит РП агильный. И этот, как он называется? Нотис хвостовой. Посох не надо, да? Никому. Плащ тоже никому не надо. Плащ вот на ретрика, я в таком гонял. Тебе надо? И вот это вот параша бисовая. Надо кому-то? На хилов там, на каких-то? Да, все, кто играют 1 плюс 1, это их вариант с оффхендами. Микс, у тебя там что? Что за оффхенд? Любому. 71-й. ЦТГ. ЦТГ, ЦТГ, точно. Слав, я с таким на ДЦ бегаю, блядь. Ты... Так что тут не это. Охуенный нонс, как бы, блядь, оффхенд, пиздатый. Ну да, охуенный. Ну, только что и там левел у него такой старенький. Сейчас, сейчас 77-й есть. Как его подапали? Ой, его подапали, он нормально так для 260-го даже больше дает. И это про ТТГшный, это 71-й, да? Войт. Чего? Не, не, вот этот вот. Слот есть для ДТГшника? Да, заходи. Да, есть один. О, как раз на ТТГ останешься. А, не, не на 2-4. Я присанул. Такс. Ловикой зайдет, нет? Тебе надо плащ? 5 минут. А, тебе не надо плащ, да? Так чё, вот этот оффхенд кому отдать? Никому не надо, тоже? Можешь мне отдать, я не обижусь. Давай мне я распылю. Какую распылю? Я буду тыкать в морду кому-то, кто-то за ним охотился. Симоним. Вон Приз пишет в чат, что ему надо, Аматера. А, давай. А ты разве шманника, да? На ГМ. Не, я с... А, ты ж с этого. Ты ж мою печеньку забрал. Нихуя себе, тебя в рейде тогда не было, по-моему, не? Ничего не знаю, ты мою печеньку забрал. Чё, заманочка, да, Эршам? Че, пошел, я громилу держу, вы остальных там держите. Чё, чё тебе? Че, мощный, что ли? Громилу будет? Да, вообще серьезный парень. Всем привет. Это вообще хорошо, что сделали. В смысле, открыли, да? Ну, вообще красота. Да, мы тут, блядь, перед РТ заебались фармить, нахуй, это говно. Воронка фарм делали? Ага. Ой, блядь, я завис, все зависли. Нет, ты иди. Ну, вы уже босса бьете? Мы на королях сейчас подходим. Ванхант не нужен? Ну пока фул. Заломанный зашел. Как он? Я за ним только сяду на всякий. Там на ТТГ один идет. Там на ТТГ зайдешь. Если хочешь ТТГ. Окей. Сейчас на этих боссов уже есть. Ты же с нами ходил в четверг на в этот ГМХ? Прям кем-то ходил. Посмотрим сейчас к ТТГ. Если там желающие будут, то можно будет уступить. А если нет, надо будет проносить. Так. Слава, кстати, не забудь потом ЕПшку отнять. Это же бонусное. Сибирским. Нихуя себе бонусное, блядь. Че, охуел, блядь? Бонусное, блядь. Там написано там... доп. ЕП. Там идет доп. ЕП. О, я, кстати, хочу потестить тотемом, с тотемом на шоке. Хочу потестить. Никаких доп. ЕП. Ну, тогда ну, надо отнимать из-за те рейды, что были уже тоже. Там, где люди полутали. Этот. Тихо. Если вы хотите получать ЕПшку, как бы, то надо, ну как,
расчехлять, короче, своих твинков и делать их ночным рейдом. Вот. Ну да. А что, у кого-то есть? Ну давай, мы как договаривались. Вот смотрите, вот сейчас, если убрать людей, просто рейда не будет. Вот. Мы как договаривались, кто не закрыл с нами, вот, например, Друид Инвалид, он не был, его не было в тот день. Можно, нет, можно его взять, туда, да, да, если он идет первый раз. А если кто-то был уже, ну, типа, ну, допустим, Лингрен был, да, ему можно, да, отнять. Ничего не надо. Вот. Потом, если вы, ну, если вы двойной будете лутать, я написал двойной только за ЦЛК и за Ульду. Это написано в системе лута, можете посмотреть. Равист. Войт. Прикинь, человека. Какого? Ну там Мохито. Говорят, в верхнем канале сидит. Кстати, а кто-то может Дживса поставить? У кого Дживс есть? Так. Лавикол, ты зайдешь там, нет? Или где он там? Дали Дживса, нет? Да, вроде нет, не поставили. Человек 20 минут назад написал, а его там сверху нету. Вот, поставил хуйню. Да, я вижу, все. Я его перекинул. Этот самый. Так, блять, у нас вот мишки нету, нахуй. Короче, Лингрен, давай ты будешь двоих тончить. Если, короче, тебя превратит. Сначала бабу, потому что если второй раз превратит, я, короче, буду рядом слепоглаза тончить. Короче, и Киглера, и слепоглазые, да? Ты Киглера и короля. Понял. Вот. Потому что Киглера слепоглазым нельзя, потому что Киглера милики бить подбегают. Вот. Черепок будет тончить Дед Мороз, ну а крестик будет тончить Ликсион. Вот, нормально должно быть. Крестик там же тончишь, где он стоит. Делаешь рывок у него, чтобы он не ушел никуда. Черепок Дед Мороз вот тут вот. Значит, луну я где-то, может быть, вот тут буду. Не знаю, буду отлетать, не буду. Ну и звезду с треугольником вон там, где в этой стойке я спиной обычно стою. Не знаю, как встанешь, как хочешь. Тёма. Ты ДЦ? Нет, конечно. Ну, спожи, ну, блядь. На ДЦ КД, сори. Ну, может, спрятимся от ДЦ? Лох, потому что хочешь, чтобы рейд упал. На ДЦ КД. Ну, спрятимся, пожалуйста. Хочешь, чтобы рейд упал. Ну что-то на Максимдоне никто не умер. Я кроме понял. Меня. По-братски спек не это здесь, повезло просто, блядь. Тём. 100 голды. А как нехуй, блядь. На кристаллик. Куда там 100 голды дать? Ой, да, ты дешевый. Да. Алло, ты чё отменяешь, нахуй? Я уже спекнулся так уж и быть. Говорил. Ну ладно, все. ПС куда? Нет, тут холик меньше зарешает, чем ДЦшник. ДЦшник на этом. На кроши заебись. Чтоб он мне ПС-ку кидал. Все, да и отчет танки пошли. Ты же кинешь ПС-ку, да? В себя. Ну нет, блядь, ну что ты нахуй, мы же общались. Нихуя себе. Так, кто открылся там? Олм? Да, Геру и фулл ДПС по локу. И проклятие с наязычием, не забудьте кинуть. И диспелим проклятие. Называю Друид Инвалид, Дивикс, Шаман, Хил, который. Магов нету, сов нету. Вы втроем диспелите проклятие, блядь. Каспер, все. Сейчас я посмотрю, кто с вас диспелит. Шаман, у тебя вкачано, блядь? Диспел проклятие. Ну так диспель. Дал не зыбку на рейд, потому что, блядь, дамаг проходит пиздец. Ну быстрее, Эшалина гим на хп, срочно. Не прохиливается нихуя. Быстрее да диспеливайте. Чё там у него хп? Лингрена захильте. Частицу. Диспел лучше с меня, 3 стака уже, блядь. Стаки, подбегите с него, диспелите, блядь. Поздно подключился ты на Рошане, блядь. Прослакал. Спасибо. Луна открылась, луну бьем. Не расслабляйтесь, вы свой класс должны знать. Вот они 42 Друид Инвалид, 32 дал Димикс, и ты против их 16 дал. А должны были все одинаково дать. Ч
чуть не уронили рейд, если бы сейвов и гимна не дали. Уронили бы, нет? Так, я, кстати, в твою сторону даже не смотрю. Ну, если что, первый бабл занёшь, да, если превратит? Да, конечно. Блядь, надо запомнить цель. Этот обзор пиздец хуёвый. Чего так пробивают? О, он же открылся, добиваем. Да. Сейчас я освобожусь, тогда короля забью. Милики подошли бить, если по глазу. Это не пробиваем. Все, сейчас чилим, ману ресаем. Вот, Холи Прист сухой, как дела, Холи Прист? Какой Холи Прист, это ДЦшник. А, ДЦшник сухой, как дела, ДЦшник? Я тебе расскажу, что такое на ДЦ кидать молитву восстановления. А, молитву исцеления, а не щитки. Что это такое? Это нубство. Это вот, но, это ноль маны. Ну, блядь, а зачем? В следующий раз клянусь, ни одного буду считать, кидать одни щитки. Так так и надо. Пусть блядь. Весь рейд ложится. Так а зачем, блядь, там вон хилы есть. Ты у них хп спиздишь. Нахуя ты это вообще делаешь? Она очень дорого стоит по мане. Хорошо. А я не знаю. Крестик бьем. А нахуя это тебе, блядь? Вот ты сухой стоишь, что ты там делаешь? Ну сейчас крош, резай ману, хуй знает откуда. Только в короля, в это, в кроша не вызови, потому что он убьет, блядь, собаку твою. Тема, дай ПС путем. Уже отдал. Спасибо. Этот, с бомбами, выходите с рейда, сука. А вы не зыбку дали, что, огонь что ли пошел, каст или что, зачем ты ее дал? Каста же, по-моему, еще не было, блядь, на кроше. Ну, блядь, до каста еще 15 секунд. Ой, блядь, кадры. Ну, научится, в следующий раз будет давать. Вы просто стоите, сука, в куче все. И от бомб урон ловите. Сейчас еще будет дамаг по всему рейду. Он там начал, нет? Нет. Начал? Даю не зыбку. Значит, там Аматерасу гиб на хп. Нету маны. Похуй, блять. Внутреннее сосредоточение вкачано, блять, в первой ветке. Только скажи, что нет. Ну, вот, не вкачано. Ну вот вкачиваю. Это на тот случай вкачивается, когда нету маны. Как ты вообще проебал на шп? Это раньше, когда чума тикала, там за 3 секунды можно было проебать. Сейчас что-то вроде не то совсем. Что там то открылся, не вижу. Да пока крош открыл. Он опять открылся? Крош, да. Вы добьете его или нет? И что два тела? Шаман тотем. По идее должны добить. А чё Салин, ты чё, подъебала забежал этого дурака или чё? Макита, блядь, то же самое. Сейчас я посмотрю, как вы сдохли, блядь. Позор на весь YouTube, блядь. Жуки тоже как сдох. Огненная глыба, блядь, ГЦ 40 тысяч, нахуй. А Салин, блядь, поздравляю. То же самое, Макит, нахуй. Ну хуй с ним, с Макитом, о, нахуй. Но Салин, я думал, ты шаришь, блядь. Лока добивайте. Макита, ты что, неделю играешь или что, не понимаешь нихуя? Макит, напиши что-нибудь в чат. Ой, блядь. Да мне кажется, это интереснее Санта-Барбара, блядь. Смотришь, и топовые челики иногда обсираются. А, два месяца забыл, да, всю хуйню. Что вот к крошу не подбегают милики, потому что в танка кидается огненная глыба, которая 8 метров вокруг танка дамажит 40 тысяч. Ну, это об этом не знаю. Потягим с тотемом дать. Я же тебе сказал уже тотем давать. Услышал. Я тоже. Отдайте какой-нибудь другой прист, Ким, пожалуйста. Ребят, не бейте ману. Сейчас уже тотем протыкает, блин. Тотем там в 3 раза дольше, чем этот Ким. Да уже поебать, уже осталось что этот гусь. Треугольник и все. И король. Уже на автоатаке порезайте, только отбегайте от него. ДТГшечку ебанем, блять, с вами. Блять, я думаю, Мороз, ты, по-моему, потанчишь ее нахуй. Я хочу кем-то другим сходить. Что-то думаю, блять. На баллоночке есть варик? Сейчас посмотрим. Не знаю, сейчас после груля посмотрим.
Сейчас это потрачу. Мне бы было бы в идеале, если бы я с этого ряда смог бы забрать ботинки для купить. Ты губу подними с пола. Не, ну мало ли, может, ботинки... Я твои ботинки спизжу, нахуй. Блядь, зайду на шаму и спизжу, нахуй. Просто, блядь. А ты охуел. Всю кольчугу, нахуй. Бам, и у тебя там... Чего? Мне не хватает, да. Пояса нет. У тебя что там нету пояса, да? Блядь, ну, желательно было бы пояс. Я вот не помню, что мне надо, блядь. Хоть за друидом, что ли, пойти, блядь. Мне только ревностный надо на медведя. Пояс, блядь. Ты жарил, что у тебя есть. Нету. Ты ж только штанов позабирал, и все кричал, что будешь крутить чарки. Я дохуя всего позабирал, блядь. Как-то, блядь, банк чистил, нахуй. Все распалил. Там, короче... Идем ко мне. Там пиздец, там шмоток 20, наверное, с ЭТГ, блядь. Целая сумка, нахуй. Ой, сейчас гуляй, банем. Да, это ломан еще 22к, это не серьезно. Ну шамана, я себе Элема не сильно скоро представляю, что я прям буду им хуярить, как основным. Это, наверное, может через полгода, блядь. Пока что-нибудь. Такое, я им что-то 17 или 18 тысяч давал. Элема сразу одеваю в Т5, да и все. Я уже под Т5 его просто приоделал. Типа, у меня весь нонсет, все трими, все кольца идут для Т5. Да ты вообще красавчик, у тебя хороший Элем. Уже сектант залутал? А. Нет, мне осталось только сектант и... Ну, я ладно, я хуй забил на щиток, я просто уже в ВХ буду добивать себе, блядь. Блядь, как хорошо, я не один сам с собой пизжу, блядь. Вчера заебался, блядь, трахтел, блядь. ГЦ. Я только... Чё, тоже глыба, да, была? Если брать полностью сейчас под Т4, типа, то там нужно ТБЛ плюс голова усохшая. Чё, ты, чё в Т4 надо? Крит, крит СПД, да? Тебя крит СПД, а, голова, да. Голова не нужна. ТБЛ, сектант. ТБЛ, ну это если сектанта нет, то ТБЛ голова. Если почему ТБЛ? Почему труба? Я хочу... Труба покруче будет. Нет? Не знаю. Ну, типа, там сколько ТБЛ дает? 170? Ну если, кстати, геренская труба, то типа это вообще супер зависит. Типа, даже можно труба плюс сектант носить. А если брать, типа, ну, если брать трубу, то тогда супер в идеале носить труба плюс этот ТБЛ. Ну или труба плюс башка. Там что-то уже как пойдет. Типа труба тоже неплохо. Труба чем хороша? Она постоянно СПД. Да, постоянно СПД. Ну там, наверное, того, как ты бит. Если ты бит флот ПД. То ты носишь 2-3 не на крит, а если ты фул бит в крит, ты носишь 2-3 не на СПД. Я надеюсь, на РС-25 гер у всех настрой есть. У вечерних ребят. Потому что если мы сейчас быстренько эту ебанем, хуйню ТТГ, ну 30. Мне не нравится с тотемом на СПД, я лучше хостовый тотем одену, блять. Мне нравится, когда 1400 хосты, блять. А зачем тебе 1400? Сейчас подождите, лутану эту хуйню и попробуем пробегать. А он молнию юзает. Я молнию юзаю. И, типа за счет молнии нужно хоста. Мне для молнии надо хоста. Все, пошли, пробегаем. Там локи резнут нас. Че, Лех? Сектант стопудово нужен. Да, да, мне сектант вообще супер бис. Типа. Мне знаете, что, пацаны, надо? Мне надо волонир, нахуй. Надо, да короче, ты уже собрал себе один, хватит. Надо еще, ебаный, блядь. Ты заебался шо, своим волониром. Нихуя? Кто-то там, блядь, в заднем фоне, блядь, пиздит. Это нахуй. Я. Это голос народа, пиздит. Голос народа, нахуй. Нихуя себе, блядь. Успокойте деда. Нет, с волониром. Если, кстати, мы пойдем карася первым в ЗСе и выпадет сектант, то, бля, вообще охуенно будет. Я бы выбрал сходить в ЦЛК, чтобы но... полутал щит, опустился в приори. Тут я падаем, согласен. Падаем на этой нахуйне. Но карася мы, наверное, первым не пойдем пиздить, потому что... потому. Вышел, это на эту неделю сока должно. А, сока начинать? Блять. Ну это хуёво будет, если сока будем начинать.
Чё там, сдыхайте, кто там еще? Это пиздата будет. Не, хотя да. Умирайте, там, блядь. Там стелси плечо заберет. Джит инвалид. Ну куда вы резаете, что вы делаете? Нет. Только не встаньте нахуй. Вы же видите, блядь, там мобы бегают. Чё? Вроде это выделились, да? Вставать? Все, встаем. Так. Ставлю рыбу. Плаваем. Я вам могу в миле руки позакрывать. Так, сейчас я скажу там. Значит, кто там? Мы с Лингром, короче, танчим. Так, Лексион с этим. Пойдете. Друид инвалид подъебало, пойдешь. И кто нахуй? И Заломаныч. Там надо будет просто стоять. Да, вес, что ли, подъебало? Да. Если до вас не достал рез, вставайте телом, заходите, вас присумоне шкафом. Нет, вот нет, не в ДД, ты руки за край побежишь. В танке. Поставь лучше вон ДКшника, Дед Мороза, блядь. Жену, или чё? Кого Дед Мороза, ДКшника? Он, блядь, руки закрывает, он танк, блядь. Ты танк? Нет. А, блядь. Придется постоять под ебалом. Только оффхенд не одевай, один щит. Да я и так щитом, блядь. Я понял, блядь. Значит, смотрите, вот у вас два танка, которые закрывают руки. Вот кружок и вот этот квадрат. Вот, объясняю. Руки всего три появляются, блядь. Вот, прямая ответственность. Третья и четвертая группа ваша. Закрыть третью руку. Где руки есть, напоминать? Вот. Значит, руки. Ладно, хуй с ним, напомню, блядь. Потом сами скажете когда-нибудь, что не заебал. Чувак, я понял, может, блядь. Может, за... может... Раз, он, раз. Подожди, подожди. А, раз, это и раз, нормально, нормально. Этот. Это, у меня, ну, он, главное, сам... чтобы он заскринил этот ИП. Он мне пишет, я там расу буду делать. Этот самый, блядь, я уже хуй совести хотел. Этот самый. Вот тут проявляются руки, вот звезда кружок, да? Там, в ту сторону, вот где звезда кружок, там смотрят два танка. Лексион и Дед Мороз. Вот тут рука, нахуй, в ромбике. Потом, внимание, блядь. Вот тут, блядь, с задней... левой ноги. Если вы смотрите на жопу босса, то это правая нога, блять. А если смотрите в лицо босса, то это левая нога босса. Вот тут, нахуй, рука, нахуй, появляется, блять. Ёбаный в рот, блять. Это самое главное, блять. И еще вон там, блять, сейчас, блять, добегу, поставлю, блять. И еще вот тут вот появляется. Вот это самая хуёвая рука. На неё обычно хуй кладут и падает рейд. Вот тут будет рука появляться, имейте в виду. Даже две там будут появиться. Но когда уже шарик в ту печку прилетит, и там альгонь разольется на полкомнаты, там уже не будет появляться рука. Поэтому останутся только ромбик под ногой босса и в кружке. Ну, еще и в центре, соответственно, тоже появляется. Ну, вы там стоите. Ваша зона ответственности напрямую. Вот магов нету. Локи, там, не знаю, или вон Хант есть, который может отпрыжкой закрыть в луне. Не проебите в луне, добежите до туда. Но когда развивается огонь, оттуда уйдете. Вот. Ну, хилы, соответственно, что, просто хилите. Первая, вторая группа, первая, вторая группа. Вот, и смотрите, вы тут стоите. Сейчас я вам метку поставлю. Вот, крест. Вот, сейчас я, блядь, тут, блядь. Взял, подъебало, запихнул. Вот, наша метка, вот, крест, блядь. А отворачивать мы с Лингреном будем бегать вот сюда, в черепок. Это для нас уже метка. Где тут есть там уже? Там ЗСС спрашивает, будет. Сейчас, блядь, подожди. Ну, вот вроде сюда. ЗСС, блядь. По новой стороне, да, будем отворачивать? Зоокол. Давай. Проебить. Чего? Я тогда сам наша. Нихуя непонятно. Ты рыгаешь. Заикаешься, рыгаешь. Этот, поревит на Димикса, ловикойл на друид инвалида СС. Ну и... У меня в КД. У меня в КД СС. У кого? У Паревита. Лианочка, значит, на Димикса. Пушистый на себя. Все остальные на себя, короче, сами кидайте, да и плохо. Руки закрыты. Я сразу около луны посижу, ладно? Кто? Я просто в третьей группе. Ну, а не лери, блядь, Хан. Смотри, смотри, только чтобы там огонь... Да, да, я вшарю. Я шарю чуть-чуть. Ну все, чуть-чуть. Ебать. Это. Ну все, первая, вторая пати, уже сюда придите. Мира, этот, Заломаныч, нахуй. Алло, блядь. Я иду, блядь. Я отворачиваюсь. Мы сами будем отворачивать с этим слингером. Все, проверка, я буду. Хапало кто-нибудь ауру огня возьмите. Все готовы, да я чё тут? А Герос Була и башку? Да. Только пусть подойдет. Так, все, сейчас отворачиваем.
О! И быстренько туда. 10, хорошо. Вот еще два стоим. Ой-ой, Ляночка, ну-ка скинь агро, быстренько раскол. Босс не таунтится, очень хуёво будет, Ляночка, скидывай. Миралиса, скидывай, стопай дамаг нахуй. Блять, Миралиса, по-моему, есть у кого посмотреть details, юзает он пронизывающий ветер или нет? Или хуй поклал, что я человеку объясняю? У меня есть невидимость, в которую я скидываю 100% опыт. Хорошо, ты в омут смотришь, да, в таком случае? Конечно. Надеюсь на то, что нормально будет. Танка не пробить, и меня не пробить, блядь. Так, поворачиваем, да? Не успели, значит, отворачиваем, да? Акацки прокастовал. Где я, ебаный в рот? Не вижу нихуя. Ебаный долбоеб, босс, нахуй. Ебло тупое, блядь. Он вот уже кого-то оскорбляет, блядь. Да пидорас ебаный. Води, отведи нормально. Сейчас. Руку закройте. Блан, блядь, жирный, сука. А я в руку попал, нахуй. Я в руку попал, нахуй. Да я рот ебал такую хуйню, нахуй. Адский. И в рейд, нахуй. Мудак ебаный, блядь. А, нихуя, там сейчас сотка будет, отворачиваем. Ну тогда давай в такую, короче. Мы вот сейчас после нее адский. И... Руку, сука, в треугольнике закрывайте, потому что я вот ее словил, я босса не смогу подвести нормально. Здесь босса не видно. Из-под ебала выйдите, кто там вижу. Лишний. Он, видишь, он стоит, когда кастует этот каст. Не, это ебанина вообще неудобная, нахуй. Танком дрочиться. Там надо выходить просто, заходить, выходить. Так я, видишь, я когда его рука выводил... сзади, рука сзади, рука сзади. Рука сзади, сука. Сейчас, что, успеет каст? Да ладно, отворачиваем, нахуй. Перебежками удобнее. Давай этот самый литр пива массакру какой-нибудь. Видишь, еще нас откидывает, блядь, неудобно так, пиздец. Ебать, два кадра просто, блядь, его вожу. Так, сколько? 11 человек, нормально. Еще два удара. О, блять, слепые, сука, в треугольнике не закрыли. Вот главное, говоришь людям, метки даже поставили, нахуй. Они один хуй. Сука, так охота обозвать вас, прям чтоб, сука, как нахуй на улице обзываются люди, блять. Почему вы такие уёбки? Мечи ебаные. Да, спасибо, блять. Сейчас, короче, пускай печка горит, после этого удара будем сжигать. Почему, сука, треугольник? Я поставил, закрывайте руку ебаную, нахуй. Или что, блядь? Или 800 IQ да надо на это? Не кричи, блядь. Я хватит. Просто не могу, нахуй. Ну как так, блядь? Так, ну все поняли, отъебались, бывает. Нихуя себе, блядь. Все, уже посыпались, нахуй. Вставал, куда? А что так? Камень нажимай. Камень. Дрит инвалид, камень. Моего нету. Нет, сука, Димик срез идут инвалида. Подъебал одно тело, литр пива забеги. Так, продам. Вот дурит инвалиду. Каску лапы приставав обновляем. Рука в спине. Ну Сэм, что, вставалки нету? Я вставал, я закрывал эти руки и мне бездануло. Не закрывай руки нахуй на хиле там. Нет, вот, БР еще нет. Никого не было, че это. Сотка нахуй. Сейчас будет. Готовься, значит. Блять. Еще адский удар, короче. На хп все гимны читайте. Все прям. Все присты. Быстро. Поворачиваю. Убьет, не убьет их. Сотка опять, прикинь. Адский опять. Я не знаю. Сейчас как будет, блять. Еще добивать 20 лямов. Мне сейчас, мне кажется, мы будем падать, нахуй. БР, блять. Сука, да там уже 10 людей нету, там просто отходят люди. Короче, ну... Сука. Там уже адский дохуя, видишь, сколько стаков, он уже дохуя дамажит. Да дебилы, сука. Прям просто, я не знаю, что сказать. А кто их добивать-то будет, нахуй?
Сейчас отворачиваем. Да, нас вроде нулит опять. Руку не закрыть никак, нахуй. Ты чё, это же дохуя. Да вас нулит, блядь. Десятый. Вот адский. Вот сейчас поворачиваю к вам. Этого пидора. А кто прохилит, нахуй? Там нету хилов, нахуй. А, уже не помню. Два. Ну уже хули толку, нахуй. Вот видишь как? Блять, вот как так объяснить людям, что они хуесосы? Только, только вежливо, блять. Бездари. Бля, не работает. Бездари. 9 лямов. Не, нахуй, падаем. Уже. Так, а че это за хуйня вот эта вот? Блять, вот, вот просто нахуй. Вот можно нахуй мне так вот спросить, блять? Есть, вот я максимально не понимаю, контент, сука, прошлый. Здесь есть те люди, которые, сука, одеты, которым тут нужно печеньки 3-5 людям, нахуй. Почему ебаный микрофон не включить, кто там, сука, в центре стоит, нахуй, и не сказать руки ромбик, руки луна, руки треугольник, нахуй? Или вам нравится выслушивать говно в свою сторону? Вот непосредственно, блядь. Я бы хотел не потанчить, просто сейчас постоять, нахуй. И посмотреть, нахуй. Что вы тут делаете, сука? Почему вы руки не закрываете? В треугольнике луна, в пятке босса, блядь. Вы ее не закрыли, упало 5 человек. Потом, блядь, не хватает людей, хилы бегают, закрывают, нахуй. Падает хил, блядь. Вы что, сука, совсем... Ой, я не знаю, нахуй. Я просто хуй знает, нахуй. Ну пускай Костя поймет. Ну, блять, луну вот тут не надо. Я нахуй ее закрывал, пока не прибежал. Я про луну ничего не говорю. Я про луну ничего не говорил. Про луну ничего не говорил. То, что ты знаешь, что тут делать, я это сам знаю. То, что, блядь, упало пол рейда, нахуй, и мы бьем, это залупа, нахуй. Такого не должно быть. Ну ебать, ну 3 руки, нахуй, на всю комнату, нахуй. 2 танка, сука, каждый раз, каждые руки 2 закрывают. Остается 1, нахуй, рука на вас. На 8 человек, 3-4 группа, нахуй. Почему вы ее, сука, проебываете, блядь? Почему, нахуй? Да можно точечно посмотреть, кто не вы закрывал. Что? Ну давай, посмотри. Вот сейчас прям можешь сказать, кто? Давай. Ляночка, 10 секунд, это один раз. ШП, который Шалина, 0 раз. Аматерацу, 59 секунд, это раза 3. Угу. А это ты что смотришь? Это как, это в детейлсе? Это дебаф, смотри, дебаф, хрупкость. Смотри. Ну это в детейлсе, да? У меня просто река. Конечно. О, приветик, нормально. 59... Ой, извини. Привет, 59 секунд, нормально. Ну, получается, что я могу сказать? Шалина, что ты можешь сказать по этому поводу? Ты хуй поклала на руки, да? Не буду закрывать, да? Бегать никуда. Потому что меня лагает. Я или стою, или мажу. Хорошо, хорошо, ладно, тогда пускай. Ну, хуй с ним. Допустим, вас не 8 человек, допустим, вас 7 человек, нахуй. Вот остается Матерасу, Хант, 4 Лока и Миралиса. В чем ебаная проблема? Танки или спереди просрали руки одни и сдохли 3 человека, и все. Им ну, хватает, блядь, ну, я могу поздравить, просрали, это заебись, это вообще круто. Так и должно быть всегда, вы как думаете? Вот рыбы, короче. Ебать, вы сами себе поймите, вас, вот вы в топ-гильдию придете, не закройте руки, вас кикнут нахуй. В пугарейт придете, не закройте руки, вас тоже кикнут нахуй. Вот тут мы сидим и хотим, чтобы мы достигли с вами рейда, где все нормально закрывается. Ну проще убить ебаного босса, чем слушать говно от РЛа, блядь, что вы, сука, бездари. Я же поставил, где метка. Я поставил метку, где появляется рука, сука. В треугольнике, еще раз скажу, в жопе босса, блядь, появляется рука. Ебаный в рот. Мы уже милика в первую и вторую пати не просим бегать, блядь. Я уже, блядь, босса кручу. А у нас ДЦ где стоит? Не знаю. ДЦ считают типов, которые закрывают ручки, пожалуйста. Ну я вот на своем ДЦ. Я могу зайти на ДЦ, блять, и в принципе нахуй. Ваня, ты закрой ручку под месяцем. Я помогите можно... охотнику кто-нибудь, лок один. Он я в ромбике позакрываю. Он закрывает там, он закрывает. Не, он просто сдох от того, что не было замены, ему 25 тысяч овером кинулось. А мне, блять, я вам сейчас объясняю, как я умер. Это проеб хилов, нахуй, потому что когда я ушел с луны, там разлилась вся хуйня, я стоял в центр, блядь. Ваня, какой стоял, проеб хилов? Меня просто ёбнули, блядь. Это 50 тысяч урона, чем ты тебя прохилит? Ага. А ты, у меня 30 тысяч хп и плюс еще щитки, по-моему. 23 тысячи овером было. 23 тысячи. Вы не можете одну руку закрыть? Да я тоже в ахуе, нахуй. Там дохуя людей, блядь, одну руку закрывать, 2 танки закрывают. Отворачиваю там эту хуйня. Отски и поворачиваю.
Я вообще охуею, если сейчас рука не закроется, блядь. Я хуй знает. Вы себе узнаете, блядь. Много нового. Того, что даже Нострадамус не предсказывал, нахуй. Я просто поражаюсь. Ну ладно, там один человек лагает. Не все же, блядь, 8-10 человек лагают. От магии природы поставьте тотем. Как-то мы вот так, да, с тобой вставали, чтобы он, сука, далеко не откидывал? Примерно. Опять вот смотри, закинули. Рука нахуй, треугольники. Я сразу падаю нахуй, пошли вы нахуй. Падаем. Дебилы, блять. Сука, таких уёбков еще, ну, свет не видывал нахуй. Просто поставил треугольник, и в ней рука сейчас прям хлопнула, блять. Я не знаю, что делать нахуй. Вставать саму ее закрывать, блять. Кто тогда танчить будет? Дед Мороз? Ну давай я встану. Я не знаю, да хуй нахуй, на во лбу вырос. Вот что произошло, блядь. Там просто и, блядь, стоит рядом. По-моему, Сава стоял. А ты в рейде? А ты в рейде вообще? Ну я стоял, типа, под. Ну, тут в этой, блядь, под, в мини-зоне. Ты хочешь сказать, ты в био отходил, блядь, когда мы босса пулим, нахуй играем? Ну я же написал вроде. Кто? Как у тебя ник? Дракон. А, ясно, блядь. Ну, кстати, да, там он есть сообщение. В следующий раз говори голосом, блядь. Мы босса пульнули уже. Окей. Ну, я, блядь, я в мини-зоне ставил, так что, как бы, по-моему, похуй, блядь. Ты пульнул прям... Ты отошел, прям написал, как раз, когда я секунду в секунду пул нажал. Сука, как ёбаная масс-рез. А, я понял. КД масс-рез. Рез не лок и хилов. Масс-рез КД. Рез и хилов, и локов, нахуй. Вот меня резни, я, блядь, в шкаф буду тыкать. Лока рез и следующего. Нахуй ты ДК резнул, блядь. Ты чё, бич, что ли? Не видишь, кого ты резаешь? А, сука. Ты у меня, сука, научишься играть, блядь. Либо игру удалишь, блядь. Погоди, я даже не вижу, кто... Блядь, да блядь. Так ты ник прочитай. Ты ник прочитай, ёбаный в рот. Кто там, блядь, орёт, нахуй? Пятая группа хилов. Блять, вы мне объясните, пожалуйста, нахуй. Я поставил треугольник, там рука появилась, сейчас хлопнула второй раз. Вот первый вайб был и второй, нахуй. Что это за залупа? Почему, может, нахуй, вы не можете... Не видно, типа, ну да, не видно. Ну так почему не мож... ну, нельзя встать возле спины босса, бить босса за РДД, блять, и закрыть ебаную руку, нахуй. Она одна, ебать. С той стороны в центре танки закрывают, нахуй. Ебать. Ой, не знаю насчет токена с ЦЛК, если ты про ЦЛК говоришь. Это все круто, идея. Да я бы вообще, блядь, пошел бы этот, нахуй, Шемси собирать, нахуй. Ну видишь, блядь, людям надо тоже одеваться. Так что придется терпеть, ждать, блядь, пока кто-то, ну... Но то, что сейчас происходит, это полная залупа. Вам самим заебись, нахуй, тут лежать на этом ебаном боссе, нахуй. Ебать. Я вахуй просто, блядь. Ладно, поставь вместо меня кого-то, пускай кто-то под ебалом стоит, я под боссом позакрываю эти ебаны. Да нахуй не надо, я лучше еще раз третий раз вайпнусь, распущу эту хуйню, блядь. Печеньки я себе заберу, хочу, распылю их хочу. Нахуй. И я в ТТГ просто... даже не пойду, нахуй, после такого говна, блядь. Мне просто интересно, блядь, как так можно, нахуй? Я, конечно, ни на что не намекаю, но вот эту вот хуйню, блядь, под ебаный треугольник, ты можешь поставить одного РДД и ДЦ пристав, все, не будет никаких проблем. Я на ДЦ-присте всегда вот там под ногами босса стою. Ну, я про то и говорю, ты на ДЦ-присте всегда закрываешь эти руки. Лови койл, Серега, ты тут? Как бы нет никаких проблем. Два человека закрывают, и, блядь, весь бой. Мы с тобой в трусах закрываем. Ну, видишь, там уже есть два человека, видишь? Пушистый. Ромбики теперь надо закрывать. Этот пушистый, а у тебя это один перс лок, или у тебя еще какие-то персы есть? Нет, у меня вар еще есть. А он фрой который, да? Не-не-не. Блядь, а как... Нет, там вар попизже. А фрой это мой сынок. Ага, это вообще вот, да? А у тебя как вара, Ник? Что-то, блядь, я где-то твой голос слышал. Лицом в пол, блядь. А, это лицом в пол в натуре, я вспомнил. Я же говорю, где-то слышал, блядь. Конечно, ты шо, он нам объяснял, как, блядь, убивать леди, нахуй, тогда, да. Я, кстати, Гидроса потанчил в 260-м варе, ага. Ай, блядь, хули тут Гидрос два моба танчить? Или самого босса, в смысле? Не, босс. Дайте шкаф, нахуй, с у него двух там челиков, там коридор мобов.
Саня, блядь, заебал, приходи на ЗСКБ, блядь. Мы гряди больше закрывать будем. Да сейчас пока это... Работа прям жопа жует. У тебя работа или ты в другой гильдии играешь? Ну, они, так как позже ходят, я туда захожу. То, что я прихожу, вы уже где-то выходите. Я раз зашел на КБ у вас там. Короче, понятно. Да. Ты играешь там, где прогресс есть, да? Я понял. У них нет прогресса. У кого? А как гильдия называется? Брат Слава, ты что, не понял? Он играет, потому что они ходят позже. То есть у них еще позже, а ты, чем у нас здесь. Да. В смысле, 23, что ли, не пойму, сказать? Слав, да. я Сане пишу каждый раз, когда его вижу, блядь. Но он в основном, нахуй, его нету. Я вообще на варе не хочу играть, потому что варов три вагона. Я хочу локо одевать. Но мне пока надо в ТТГ там вот все дела отрезать. Да ты бы с нами на варе бы походил, блядь, ДПС подавал, было бы заебись. То 20 тысяч ДПС, нахуй, АФКшит. 23. Так, ну что, ручку, да? Пожалуйста. Ну что, дубль 3, нахуй. Дух стаю выключить. Чё? Я не знаю, что, не знаю, что с вами сделать, нахуй, если вы руку не закрутите в треугольнике, нахуй, это пиздец. А каску локу можно? Да, каску локом дать. Я бы даже сказал, нужно, нахуй. Паладинов 3 штуки, все должно быть. Все готовы, да я чё-то. А пристан каску можно? Да, даже бы сказал, нужно. Сам бафни. Бля, у него даже полипал рез, он все равно не бафает. Так, отворачиваем. Не знаю, на прицах каска висит. Ты ему не нравишься. Ну че он не кастует? Ну. Так, поворачиваем. Руки 2 секунды. Трусы закрыл. Койл, ты следующий. То я, блядь, личный ДБМ. Ну ты заебись. Руки 2 секунды. Трусы. Трусы пустые. Сейчас умрем. Зашел. Че, где там лучше встать, нахуй? Или где ты? Далеко откинет, мне кажется. ДЦ, я следующий буду в трусах, что еще тут кинь? Так, у нас удар был, сейчас мы... Руки. Щиток по пушистым локу. Ебать, я даже ДЦшнику еще щиток кидать надо. Чтобы, да? ДЦшник лох получается, не видит на кого дебаф вешается. Больше нечего. Блять, если просто вайп будет, можно я на ДЦ зайду, чтобы это было проще, нахуй. С удовольствием. Так ни один же ДЦшник виноват в этой хуйне. Ой. Койл, ты следующий трус. Койл, заходи, трусы. Там же где? Пораз. Я умру сейчас, нахуй. Йо, тебе. А ты где стоишь? Потому что никто, блядь, не закрывает. ДЦ, ты следующий в трусах закроешь. У нас в койлом уже ДБ. Ты говори, не я умру, нахуй, а зубы по и ник называй, нахуй. Кто ты? Кто я умру, это нихуя не помогает. Красу зубы. Ромбик, закройте быстрее. Я трусы закрою следующий. И два раза не надо закрывать руки. Никто вас не просит это делать. А никто больше не двигается. Ну, пускай будет вайп, нахуй. Пускай будет вайп, я еще раз говорю. Окей. Пусть они идут, нахуй. Закрывал? Пусть руки идут, 2 нахуй. Секунды. Если такое отношение, блядь. Аккуратно. Так, адский был. Все. Возвращаемся. Дед Мороз, я у тебя стак спидил, поэтому можешь закрывать спокойно. Ой, блять, камера пиздец, конечно, у нас за танком на этом гуще. Ничего, чего не подумал. В РМБ закройте. Закрыл. Так,
так чисто навскидку, блядь, скажу. Вот руки не закрывал лавикойл, пушистый миролис. Я имею в виду не то, я имею в виду без дебафа. Так, что он будет касать? Давай. Держи. Трусы закрою. Переворачивай. Отходи с трусов. И в обратку. Вместо 40 минут полтора часа, блин. Холли Пэл, выйди с трусов, ты второй сток полутаешь. У меня нет стока. Алина, отойди. Сейчас печь 5 секунд. Держим и отворачиваем. Угу. Там как раз пока еще протикает у нас. Все, отворачиваем. Сейчас я на эту хуйню дам, не зыбка нахуй. Забивайте. Так, сейчас, кому токены нужны, не улетайте, сейчас поставлю метку. Вот, в звездочку сбегитесь, кому токены нужны, сейчас пойду посмотрю, кто там. Сейчас раскидим. Не, на ТТГ хантом идти можно, да? Сейчас поглядим. Сейчас какая-то часть. Я чего мили побегу? Вот эти тапки надо кому-то, говорит Хаст? На шем надо тебе, нет? Эти с ТТГ лучше. Спуляем туда. Или может я хиляю вас? У тебя какие тапки, блядь? У меня получше. Лучше. Хотя там скорости больше. Блять, ты, я тебе еще раз повторяю, тебе паладин надо собрать хасту. Ты смотри сначала, блять, по хасте, потом уже, блять, по всему остальному. Если тебе интересно, можешь написать либо Аниэль, либо Чумовой Цац, либо мне, блять, Дискорд нахуй. Напиши, я тебе все расскажу, зайду на паладина, блять, и объясню, что кого как. Ой, проще скажи, бери тапки и все. Да просто человеку надо понять, блять, принцип, как работает холи паладин, блять. Нажимать свет небес. Да, но... Под татом же он тоже должен понимать, что ему собирать. ТТГ, ну не знаю, смотри по времени, сколько у тебя времени, хуй знает. Это ты про кого? Там Ляночка. Так, этот самый, значит... Так, я хиляю, ну и, блядь... Чё у тебя там? 45-й? Вообще апать его или нет, как вы думаете? У тебя два апнутых, чилишь, короче. Кто тут дальше у нас? Жуки. Эх, тебе одну надо или чё? А, Слав, сейчас, можно одну секунду? Народ, мы собираем каждую неделю кару ХМ, блять. То есть мне можно написать, опять-таки, мне всегда не хватает либо ДД, либо одного хила. Поэтому, как бы, могу взять с собой, блять. Угу. Те же самые печеньки. Жуки свободен, отходи. Так, дальше кто тут? Ножим. Так, тут ещё... Максита, ты вообще в гильдию переходишь или что ты там у героя посидишь? Сколько ты надамажил? Блять, я стер нахуй. Как ты один? Какой ник? Максита вот этот. Я тебя первый раз сегодня вижу. 21 тысяча. Да у тебя, блять, еще даже пуха хуевая какая-то. Не, ты ждешь, короче. Можешь тоже отходить. Так, Гена говорил. Гена, тебе надо, тебе это сзади стоишь? Надо или нет? Так, кто там? Лексион пушистый, ты будешь этим локом с нами ходить именно? Ну я как раз его и буду одевать. Так, давай, ну, знаешь, как раз у нас гильдия. Так, давай на сегодня так вот, а это уже на следующем КД. Благодарю. Так, теперь кто там остался? Димикс, кто еще там? Литр пива тебе надо? Так, что у тебя там? 60-е. Что у тебя нет? Это голова. Вот. Литр пива, обмен. Давай. Так, пока. Сейчас посмотрю, кто еще останется. Так. Кто там еще? Нашин и Димикс. Так, Димикс.
Так, сколько у меня там осталось? DMX. Блять, DMX пиздец няпнутый. Ну ладно, давай с одной начнем. Вот. Остальное там КТ будем добивать. Так, ну давай. Не наши. Сейчас что, ТТГ? Так, ну... А чё мы пошли? Пойдемте Лока суманем. Почему мы в Энд зашли? Да, все трое уже здесь. Уже Лок здесь. Всё. Можно уже в моде. Все печеньки раздали. Да, да, да. Остальные на следующем КД будем лутать. Так, сейчас, короче, этот самый... Кто там? Чё? Всех сумонить? Да, ребята, да, да. Ребята с ночного дозора, кому слот нужен, пишите.